Осторожнее, аккуратнее, ровнее, ровнее. Ровнее держи. Пап, да? Ты на самом деле надеешься, что из этого прутика вырастет полноценное дерево? Я надеюсь, что из этого прутика вырастет полноценный дуб, в тени которого я буду прогуливаться со своими внуками. А? Красота. Почти. Пап, тебе не кажется, что дубу не хватает компании? Давай, может, цветочки посадим? Устами младенца, как говорится, глаголит. Действительно. Мне кажется, для композиции не хватает чего-то в виде интересной клумбы. Пап, у меня идея. Смотри, ботинок. Так. Насыпаем туда земли, угу. И получается замечательная клумба. А, интересная, б, мобильная. Постой. Это те самые ролики, которые ты выпрашивала в течение полугода, да? Откровенно говоря, да. Которые стоят, как небольшой пассажирский самолет, да? Ну, пап, ну... Не перебивай! Из-за которой ты обещала учиться только на отлично, да? Пап, ну не получается у меня. Не рождена я для этих роликов. Ну, таланта нету. Говоришь, таланта нет. Бедная моя бесталанная дочь. Ноги в руки и пошли выяснять, что такое талант и откуда он берется. Пошли. Ну что, включаем фантазию? Раз, два, три, поехали! Как из горя, как с радости пели, но одна только песня в память врезалась мне. И в чем же этот дед гениален? Но явно, что не в пении. Но, Настя, поверь, неважно, умеет петь этот человек или нет, его таланты совсем в другой области. Этот, как ты изящно выразилась, дед, между прочим, первый физиолог мира, первый русский нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов. Прошу любить и жаловать. Вот так. О, кто здесь? А ну-ка, непрошенные гости, пожалуйте, пожалуйте на свет. Ну-ка. Здрасте. Здравствуйте, Иван Петрович. И вам не хворать, ну садитесь, прошу вас. И кто же вы такие будете? Я Настя, а вот это мой папа. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов. Точно, хотели бы. И вот первый. Угу. Иван Петрович, время у вас сейчас лихое, голодное, 20-е годы. И тут вдруг неожиданно незнакомые люди. Неужели вы ни капельки не испугались? А вдруг мы разбойники с Настей? Вдруг мы сейчас ваш лук воровать будем? Батенька, страх есть удел молодых. Да, чего мне-то бояться в моем возрасте? Я так этим и говорю. Что вы со мной можете сделать? Расстрелять? Ха-ха, да. И еще три раза, ха. Меня и без ваших расстрелов не сегодня, завтра Господь приберет к себе. Вот. Так что от того я людей-то и не пугаюсь. Да. И с властями говорю, безбоязненно. Вот уж точно безбоязненно. Нашего дорогого Ивана Петровича на Западе считают единственным свободным человеком Советской России и передают друг другу истории из его жизни. Например, вот такую славную зарисовку. Я сам при этом событии не присутствовал, но мне рассказывал брат мой, Александр Александрович Миллер. Бывший тогда профессором Петербургского университета. В ту пору был создан комитет по делам культуры и искусства под председательством тогдашнего народного комиссара Луначарского. В онную структуру входили представители высших научных учреждений. Комитет собирался и заседал иногда в Петербурге, иногда в Москве. И вот однажды заседание было создано в Петербурге. Стояли ненастная погода и обычная для северной столицы слякоть. Собрались все. Не было лишь Павлова. Наконец, является от него посыльный. Передает Луначарскому какой-то сверток. И оттуда вываливаются на стол старые рваные галоши. Письмо без слов, но совершенно ясное по содержанию. Все переглянулись и улыбнулись.
Луначарский тотчас же подошел к телефону и позвонил в красный треугольник, чтобы Павлову выслали пару новых галош, номер такой-то. Кто еще в то время и в такой форме рискнул бы указать на развал советской промышленности, а? Да что там калоши? Летом 1920 года Павлов писал письмо самому Ленину и просил разрешить выезд за границу ему и его лаборатории. В ответ по личному распоряжению вождя Ивану Петровичу и его семье предоставили особый спецпаёк, в который входили 70 фунтов пшеничной муки, 25 фунтов мяса, 12 фунтов свежей рыбы, 3 фунта черной икры, 10 фунтов бобов, 4 фунта сыра, 5 фунтов сухофруктов, а фунт – это 400 граммов. Кругом разруха, голод, а тут такие яства и в таком приличном количестве. Ну, казалось бы, бери их и молчи. Но не таков наш Павлов. Знаешь, Настя, что он сделал? Что? Он отказался, да еще и написал в Совнарком письмо, в котором негодовал, что его прошение не так поняли. Он стремился привлечь внимание правительства не к своей личности, а к бедственному положению ученых и науки. Да, стоп, стоп, стоп! Ну прекратите делать из старого ученого какого-то сказочного героя! И что же, нашли Михаила Селениновича с мечом наперевес? Ну, давайте-ка я вам лучше... музыку поставлю. Ну, как вы, наверное, уже заметили, я музыку я не понимаю и тон от тона отличить не могу. Да, вот. Но не понимаю, но люблю. Да, особенно Шаляпина. Какой голос, какая мощь! Сейчас. Так. Так. Слушаем. Жил-был король когда-то, при нем блоха жила, милей родного брата, она ему была блоха. Ой, Иван Петрович, ну, миленький, ну, пожалуйста, не пойте, давайте лучше просто поговорим. Ну, извольте, поговорим. Кстати, о физиологии. Иван Петрович в этой науке непререкаемый авторитет и всеми признанный гений. У меня к вам огромная просьба, Иван Петрович. Научите одну девочку, которая считает, что у нее нет никаких способностей, найти в себе хотя бы не гения, но небольшой талант. Да, ну что же вы, Ваденька, меня смущаете? Ну, какой гений? Ничего гениального в том, что во мне приписывают, во мне нет. Нет. Просто я непрестанно думаю о своем предмете. Да, целиком сосредоточен на нем. Ну, поэтому и получаю положительные результаты. Слышала, Анастасия, целиком сосредоточен. А ты, небось, пару раз прокатилась на роликах, ничего не получилось, ты лапки кверху, а у меня нет таланта. Труд, труд и еще раз труд. Бери пример с Ивана Петровича. Он, между прочим, работает по 16 часов в сутки. Папочка, да. А можно я не буду по 16 часов в день кататься на роликах, а? Ну, у меня же школа, домашние задания. Ну и вообще, зима скоро. Хорошо, по 16 часов не надо. Но чтобы к концу месяца ты и ролики были единым целым. Ну, как рыбы и жабры, как птицы и крылья, как Павлов и скальпель. А? Пап. Ну, что ты такое говоришь, что? А? Зачем физиологу скальпель, а? Ну, физиология – это такая наука, ну, нам так в школе говорили, о том, как работает весь организм и его отдельные части. Ну, например, желудочно-кишечный тракт. Милая Анастасия, вот как раз для того, чтобы стало известно, как работает организм целиком и как работают его отдельные части, физиологу и нужен скальпель. Я 10 лет оперировал собак, пытаясь получить фистулу, ну, то есть отверстие желудочно-кишечного тракта. Из фистул я получал чистый пищеварительный сок на протяжении всего желудочно-кишечного тракта. От слюнной железы до толстого кишечника. Иван Петрович, ну зачем вам понадобился вот этот сок? Он же везде одинаков. Ну, как в желудке, так и в кишечнике. А вот и нет. Сейчас я вам все покажу. Сейчас, где у меня схема? А, вот она. Вот, смотрите. Пища сначала попадает в рот.
Да, слюнные железы тут же начинают вырабатывать вещество альфа-амилазу, которое расщепляет крахмал. Пища движется по пищеводу дальше и поступает в желудок. Там на нее набрасываются другие вещества, главное из коих пепсин. Следующий прием ожидает пищу со стороны поджелудочной железы, которая вырабатывает целый комплекс особых веществ, разлагающих жиры и углеводы. Вот. Завершается переваривание пищи в тонкой кишке. Да. Так что, Настенька, сок слюнных желез значительно отличается от желудочного сока, который, в свою очередь, разительно не похож на сок, вырабатываемый поджелудочной железой. Настя, надеюсь, ты поняла, зачем Ивану Петровичу понадобился сок из разных участков желудочно-кишечного тракта. А заодно прослушала краткие выдержки его работы, удостоенной Нобелевской премии. Как сказал один выдающийся ученый того времени, благодаря Павлову мы смогли продвинуться в изучении физиологии пищеварения дальше, чем за все предыдущие годы. Вот и пришлось шведскому королю в 1904 году учить незнакомые фразы, ну, чтобы поприветствовать первого русского лауреата. Ну, правда, со страшным акцентом. «Добрый день, господин Павлов! Как здоровье! Как поживаете?» Да-да-да. Здорово. Иван Петрович, у меня к вам есть вопрос. Даже два. Нобелевская премия в 1904 году. Ну, это сколько рублей? И что вы на них купили? Ну, это в переводе на золотые рубли 75 тысяч рублей. Сегодня эта сумма равнялась бы 112,5 миллионам рублей. Ого! Ну, а купить ничего не купил. Да много ли мне надо? Что я, банкир? Я, душа моя, ученый. Как перевели премию в банк, там она так и лежала. Да, до Октябрьской революции. Иван Петрович, а вы в курсе, что есть на свете человек, который уже много-много лет сожалеет о судьбе вашей Нобелевской премии? Знавал я Павлова. Хе, как не знавать? Я ведь тогда служил под началом Терского по финансовому ведомству. Так что стоял у истоков этой истории, так сказать. Надо же, другой всю жизнь жил рвет, себе в лишнем куске хлеба отказывает, а скопит под старость лет тыщенку или две. А этому как с неба. 75 тысяч. Это ж какие деньжищи-то, а? За что? За то, что собак божьих тварей изводил? Эка невидано, пищеварение. Откушай бестроганов с кислой капусткой, так воском запей, вот тебе и пищеварение. А коли оно не варят, отваром зверобою усугуби, так сказать. Да не об том пищеварении речь. Речь про то, как хорошие деньги легкомысленному человеку достались. А ведь господин Терский упреждал, то уговаривал. Дескать, давай, друг Павлов, вложим твою премию в ценные бумаги. Барыши баснословные будешь получать. А этот бороденку свою выпятил, очками засверкал. Я, говорит, деньги заработал непрестанным научным трудом. А наука никогда не имела, не имеет и не будет иметь ничего общего с биржей. Хе, каков, а, так сказать. Вот и аукнула его премия в Октябрьскую революцию. Всю до копеечки новая власть себе забрала. Сиди теперь, локти кусай. Эх ты, ученый. Да и бог с ней, с премией. Не в деньгах счастье. А вот, Иван Петрович, вот вы Бога вспоминаете. Иконка у вас в углу висит. Не боитесь? Ведь сейчас Советская Россия – разгул воинствующего атеизма. Как я уже говорил, стар я бояться. Возраст, знаете ли, не позволяет. И это раз, да. А два – я человек думающий и немного чувствующий. И я понимаю, что наши социалисты, они забывают следующее. На чем провалился весь древний мир? Хотя он достиг огромного умственного успеха и в философии, и в науке, и в искусстве. На рабстве. А кто идейно сокрушил рабство? Иисус из Назарета. Он первый сказал, что все равны, все рабы Божии. Да. Ну, а три? Вот она моя дорогая причина. Батюшка мой, Петр Дмитриевич Павлов,
Да, честный и добрый священник. Я, кстати, в детстве тоже священнослужителем хотел стать. Что, удивил я вас? Честно говоря, да. Но я-то думала, что вы с детства интересовались биологией, физиологией. Да. Ребенком я интересовался скорее ботаникой. Ну, на практическом уровне. Мы с батюшкой возделывали огородик возле дома. Ну, как видите, вот. Да, навыки сохранились. Вот. А физиологией я заинтересовался уже в Рязанской духовной семинарии. Тогда все семинаристы увлекались естественными науками. Вот и мне в руки попалась книга Ивана Михайловича Сеченова «Рефлексы головного мозга». Я, как приучил батюшка, прочитал ее дважды. Ну, чтобы лучше понять материал. Вот, прочитал и пропал. Оставил семинарию и поступил в Санкт-Петербургский университет. Иван Петрович, а можно я расскажу одну историю про вас? Дочь моя Анастасия, дело в том, что Иван Петрович, как его отец, лепша. А правда, что вас за это в детстве дразнили? Ой, правду, правду, правду. Да, и смею вас заверить, обидчикам я спуску не давал. Да, но тем не менее, натерпевшись насмешек, вы взялись тренировать правую руку. И так в этом деле преуспели, что одинаково ловко владеете и правой, и левой рукой. Вот так-то, Анастасия. А некоторые не могут научиться кататься на роликовых коньках. Да научусь я, научусь, честное слово. Иван Петрович, я так понимаю, с пищеварением вы уже давным-давно разобрались. Ну, да. А какой частью организма вы занимаетесь сейчас? Вот этой. И пришел я к ней как раз через пищеварение. Однажды я провел интереснейший опыт, который назвал мнимым кормлением. Я проделал два окошка, фистулы. Одно в стенке желудка собаки, а другое в пищеводе. Оправившись от операции, животное устремилось к печи и начало ее жадно поглощать. Съеденное выпало из отверстия в пищеводе, то есть пища не дошла до желудка. Но желудок исправно принялся вырабатывать сок для переваривания этой пищи. Затем животному предложили обычные камешки. Когда собака вместо сочного мяса начала их глотать, камешки, выделение сока тут же прекратилось. Удивительно, верно, а? Вопрос. Как может осуществляться связь между слюнной железой и железами слизистой оболочки желудка? Ответ. Только через полушарие головного мозга. Можно сказать, что с этого опыта началась наука о высшей нервной деятельности. Папа, да. Ну подожди ты со своей наукой. Лучше расскажи, что дальше было с собакой. Иван Петрович, вы ее голодом уморили, да? Да нет, конечно. Сперва пищу просовывали животному прямо в пищевод. Вот. А потом я зашил фистулы, восстановив у собаки целостность желудочно-кишечного тракта. Ну тогда ладно. Теперь рассказывайте про свою науку о высшей нервной деятельности. Мне пришлось провести массу опытов и выяснить, что выделение слюны и желудочного сока происходит не только когда собака видит или чувствует мясо. Нет. Если подвергать собаку воздействию внешнего, ну, искусственного раздражителя, который до того животному был безразличен, ну, например, включить лампочку, а затем сразу давать корм, ну, то сначала, естественно, слюна будет выделяться лишь тогда, когда пища попадает собаке в рот. Но потом, со временем, будет достаточно включить лампочку, собака тут же примется пускать слюну. Что это значит, а? Это значит, что образовался условный слюнный рефлекс. Ох уж эти ваши условные рефлексы, Иван Петрович. Вы с ними стали просто притчей во языцах. Хотите удостовериться в этом? Пожалуйста. Вы хотите услышать историю про Павлова и условные рефлексы? Расскажу с удовольствием, тем более, что сам послужил ее причиной. Произошла она в конце 20-х годов. В то время я лепил бюст академика. Ивана Петровича возили ко мне в студию на автомобиль.
Но однажды он попросил доставить его в конном экипаже, мол, автотранспорт ему надоел. Лошадку-то мои помощники обнаружили, но в зоопарке. Она 10 лет катала ребятишек по кругу. Лошадку запрягли в экипаж и отправились в путь. Точнее, попытались отправиться. Ибо животинка ни в какую не хотела выходить за ворота зоопарка. Снова и снова она разворачивалась и бежала, как привыкла, по кругу. С упрямицей промучились час-полтора, а затем плюнули и подали палубу в автомобиль. И вот я это все рассказываю Ивану Петровичу и жду с его стороны взрыва ярости, а он потирает руки и хохочет. «Отлично, — говорит, — ваш рассказ только подтверждает мою теорию условных рефлексов». Мы уже долго говорим об условных рефлексах, но пока так и не выяснили их сущность. Раскройте секрет, дорогой Иван Петрович. Что же все-таки такое эти ваши условные рефлексы? Ответная реакция на внешние раздражения. Сущность их сводится к установлению новых нервных связей в коре головного мозга. Как гениально просто! Друзья мои, простите меня великодушно. Право, мне очень неудобно прерывать нашу ученую беседу, но мне пора в лабораторию. Так что, с вашего позволения, я откланяюсь. И мы тоже откланяемся. Нам пора. Приятно было познакомиться. До свидания. До свидания. Здоровья вам! Мне кажется, пока мы были в гостях, твой дуб подрос. А значит, компания не нуждается. Да, не нуждается. Ладно, я пошла осваивать ролики. Ну, удачи тебе. И чтобы 8 была дома. Хорошо.